Сегодня прилетели специально из экзотической Индии в Россию, чтобы дать нам прогноз о будущем страны. Что вы видите? Сейчас я покажу вам натальную карту России. В феврале 2024 года закончится негативное действие Раху на судьбу России. Это очень важное событие России, значимость которого вы даже не можете представить. Это первое подобное событие с момента образования России. Период Юпитера будет продолжаться 16 лет. Последующие 16 лет мы будем наблюдать высочайшие темпы роста. Все споры с другими странами прекратятся. В 2024, 2025 и 2026 годах будут заложены основы всего этого. На мой взгляд, в ближайшие 16 лет Россия станет примером для других стран с точки зрения развития, в том числе культурного развития. Но вот эти вот 16 лет, о которых вы говорите, это получается такой золотой век, золотая эра для России, да, которую вы нам прогнозируете.